Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал клана Казах Армии. Сегодня я хочу показать вам обзор дуэльки между кланами Казах Армии и Аркаив. Война закончилась со счетом 43-43 в пользу клана Аркаив. В этой войне победа была определена процентами разрушений баз. Наши оппоненты опередили нас на 1%. Война была проведена в составе только 9 ратуш. И первые топовые девятки были закрыты в начале боя. Только остались нижние две девятки. А со стороны наших оппонентов закрыты все нижние девятки, остались две топовые. Приступаем к обзору. На первый номер у нас атакует Биг Паттеров. Атака проводится гигантами под хилками и хогами в кланкастле боулеры. Чистится круг с помощью дракончика. Как только была защищена круг, пускаются гиганты, вешаются на них хилки, пускаются за ними маги, кидаются у нас герои, боулеры с кланкастла, кидается ярость у входа, яд для кланкастла, кидается еще один ярость. Начинается у нас атака с 12 часов, пускаются хоги, кидается на них хил. И еще одна банка хила остается в запасе. Следующая атака проводит Гуля на третий номер. Атака проводится с тем же миксом. Кидаются с самого начала лучницы в 4 угла, чтобы уничтожить домики по краям. Пускается дракончик и маги, чтобы зачистить круг. Как только зачищен круг, пускаются гиганты, вешаются хилки, за ними маги, герои выходят к кланкастлу, травятся с помощью яда, кидается рейдж, джамп, с помощью джампа обозначает дорогу гигантам. И параллельно запускаются в рассыпную хоги. Кидается хил. Еще одна банка хила. Следующая атака негатив, атакует у нас на четвертый номер, атака проводится воздухом, кидается квина под хилками и чистит круг с помощью магов. Убивается вражеская квина. Выходит кланкастл, кидается рейдж на квину и яд на кланкастл. Параллельно
кидается король, чистится круг. И король у нас набирает второе ПВО, пускается гончие шарики за ними, кидается рейдж. Кидается еще рейдж. Следующая атака на пятый номер. Атакует Пит Петров. Атака проводится воздухом. Кидается голем, чистится круг с помощью мага. Пускаются герои, боулеры за ними. Джамп, рейдж и хил. Выходит клан Кастл, убивается с помощью яда. С 12 часов кидают гончие, шарики и спешки за ними. Кидается у нас еще одна гончая. Постепенно добирается вся часть базы. Следующий атакует Турик. Пускаются гиганты, вешаются хилки, чистится круг с помощью дракончиков и магов. За ними пускаются герои, боулеры, кидается рейдж у входа. Выходит клан Кастл, травится, убивается ядом. Кидает еще один рейдж. Пускается Хоги. Кидается банка хила на хогов. Следующий атакует у нас Лан. Атака проводится големами и хогами. Пускаются големы, за ними маги. Чистится круг и кидаются герои. Кидается джамп, рейдж. Выходит клан Кастл, травится ядом. Пускаются у нас хоги. Кидается банка хила на опережении. И остается у нас банка хила и яда в запасе. Музыка.
Следующий атакует Нурбулат. Пускаются гиганты. Вешаются на них хилки. Чистится круг драконами и магами. Как только был зачищен круг, пускаются герои и боулеры. Выходит клан Кастл, травится ядом, кидается еще один рейдж. И гиганты продолжают гулять по лабиринту. С 12 часов пускаются хоги, кидается на них хил. И еще одна банка хила на опережение. И оба героя остаются без прожатий. Следующая атака проводит Нурдулир. Атака проводится тремя големами и хогами. Пускаются големы, за ними маги, широко чистится круг, кидаются герои, боулеры, выходит клан Кастл, травятся ядом, кидается джамп, чтобы обозначить путь. Големы танкуют, в это время пускаются хоги. Кидается хил на опережение. И кидается хоги по частям. Кидается еще одна банка хила. Хогам не хватило силы добрать базу. И все, что осталось, добирают у нас герои. Следующий атакует Жиңіс. Атака была проведена воздухом. Кидается голем, чистится круг с помощью магов. Прорывается стена. Пускаются герои, боулеры и джамп, чтобы обозначить путь. Выходит клан Кастл. Дорожка из яда на клан Кастл. Как только убивается вражеская квина, начинается атака с 12 часов. Пускаются гончие, за ними шарики. Кидается спешка. Кидается еще одна гончая. За ними шарики. И спешка. Остается у нас целая куча шариков. И спокойно добирается база. Вот так вот заканчивается наш дуэль с кланом Аркаим. Было очень интересно, были хорошие базы и хорошие атаки. Желаем им удачи, спасибо, что смотрели.